Здравствуйте, друзья. То, что вы видите, это финальный уровень штукатурки дома нашего, после чего дом будет покрашен. Ну, пристройка в данном случае, вот эта пристроечка, она будет покрашена. Вот я показываю так вот. Не знаю, вы можете сказать, что оно все равно немножко шероховато. Это правда, оно не должно быть такого уровня полировки. Этого быть не должно. И еще красочка ляжет, и будет все замечательно. Вот вы видите, из земли торчат трубы туда, к системе отвода воды. Вот здесь глухая стеночка тоже покрашена. Я совершаю обход такой по периметру. Так. Тут вот у нас тоже все так аккуратненько замазано. В общем-то, соответствует основному дому. Вот как там сделано. Все это более-менее соответствует. Давайте я, наверное, пройду сейчас в сам дом, и мы посмотрим, что внутри. Были ли там какие-то изменения за последние пару дней. Вот здесь будет входная дверь. Она прорезана, осталось только совсем немножко, чтобы эта дверь пошла в основной дом. Да, вот, видите, тут совсем немного осталось. Вот мы пришли. Вот тут справа, ну тут этот цвет, как бы сэмпл, такая будет ниша красивая, в ней будет красота. Дальше мы движемся по такому коридорчику, попадаем в спальню. Тут все покрашено, потолочек покрашен, в смысле грунтовано все, я извиняюсь. И тоже вот Светлана здесь делала образчики покраски. То есть она смотрела, как вот будет смотреться один цвет. Он такой баклажанный, такой и персиковый. Вот. И с той стороны она тоже посмотрела персиковый, баклажанный, вот так далее. Ну, здесь что? Они начали класть плитку, но не положили много. Вот видите, вот это вот металлические такие планочки, которые между кафельной плиткой там для красоты. Вот, не положили много, положили пару рядочков и отложили на несколько дней. Ну вот вы видите, вот они пошли, тут пару этих плиток с металлическим этим обрамлением. Вот. Здесь такие нишки в стене, прям как наждак. Я, честно говоря, не знаю, чем это кончится, этот наждак. Ну вот, в общем, такие нишки две есть. Вот. Здесь будет инфракрасная сауна. Там будет туалетик. Вот тут слева от меня умывальники. Да. Здесь, по идее, зеркала должны быть. Вот тут, где эти две нишки. Должны быть зеркала. Вот тут. Выход для воды. Ну что, идем дальше. Значит, вот здесь будет такой проходик сейчас. Здесь будет раздвижная такая на рельсиках дверка. Вот, и тут будет вторая половина спальни. А то, что вы видите разложенным вот здесь под пленкой, это уже привезли мебель для того, чтобы ее там собрать. Я так понимаю, из IKEA, судя по лейблочкам. Вот эта мебель, значит, вся стена, на которую мы сейчас смотрим, вся эта стена будет закрыта шкафами стенными. Вот, вот, собственно, и все. То есть мы находимся в самой-самой, что ни на есть, последней стадии. То есть ляжет кафель, покрасятся стенки. И потом пол. Вот, вот, собственно, и все. И по плану вот тут будет потолок. По идее, мы хотели сделать натяжной потолок таким красным цветом, потому что мебель, которая здесь будет стоять, вот тут, она тоже с красными дверками.
Это может такой яркий красный потолок. Я не знаю, к чему это все придет, но как бы задумка изначально была вот такая. Все на сегодня.